Всем приятной жизни, Эд Шашлык, и мы продолжаем играть в Героев Меча и Магии 5. Так, и я предлагаю взять Дьявольский Удар, усиливает умение Знак Проклятого, существует вероятность 40%, что Знак Проклятого, сотворенный Повелителем Демонов, несет цели двойной урон. Так, давайте Дьявольский Удар возьмем. Получен ключ, все, супер, теперь нам надо бежать, короче, обратно в эту в хату. Тут надо строить. Да как мне... А, максимальный уровень. А что мне надо, чтобы псарню Церберов? Адская псарня. Так, ладно, будем пока прокачивать. Хотя не, наверное, прокачивать. Давайте пока не будем ничего прокачивать. О, победа. Еще немножко этого. Еще немножко опыта получили. Друиды объявили месяц Лесного Союза. О, так мы ж можем этот, мы ж можем их посносить и по халявный опыт получить. Слушайте, здорово. Вон еще тут. Халявный опыт, ну не совсем бывает халявный, но в основном халявный. Так, принять, конечно же. Так, чё тут сколько? А что на церберов, чтобы загрейдить? 15 дерева, блин, а чё так дорого-то? Давайте он камни на дерево, нам-то так-то всего 6 штук, надо. А, верфь нужна. Храм падших я не могу строить, да? Так, 25 тысяч стоила вся эта, давайте теперь загрейдим кого можем. О, ничтяк! Вот теперь у меня армия более-менее приемлемая. Кстати, еще немножко заклинаний выучили. Так, сейчас еще пойдем захватим вот эту штуку. А может быть, когда я открою эту дверь, мы сможем построить... Опять зеленый скотина прибежал. Ну, чё тебе там не сидится? Не, преследовать нафиг нам их в покое-то оставлять. Открыть. Да, сразиться со стражами. Замечательно. Ай, здесь всего-навсего суккубы. Вот это подстава. Так, а что мы тут можем? Стоунхендж. Ну, давайте Стоунхендж построим. Блин, тут тогда надо сейчас как-то это, как-то может нанять какого-нибудь. Ой, первый уровень, вообще тут стрёмные герои. Так, ладно, пока пропущу ход. Эта хрень опять захватывает мои замки, точнее мои шахты. Сейчас я пойду тебе туда. Слеза Асхи нужна. Все, получается, мы не можем нифига строить больше. Все, что могли, построили, только осталось гильдия магов. И все, то есть надо эльфов теперь отстраивать. О, Стоунхендж можно загрейдить, слушайте. Слушайте, а кстати, эльфы. А что я тут? И давайте мы тут купим армию всю тоже. Вон, бабла дофига. Вот. Так что нормально. Он фиг возьмет, блин, этот. Ну а если возьмет, то во всяком случае. Блин, эта скотина бегает по моим шахтам, как... Ну ладно, ладно, сейчас я тебе, сейчас я уже бегу, чувак, не боись, я уже выехал. А, все, это последний уровень. А, ну да, четвертый. И все, получается, у меня этот замок, да, в кэп отстроен. Все, супер. Сейчас мы этого зелененького поймаем, никуда он от нас не денется, зараза. Преследовать гребаных лучников. Так, ну этих пока ладно. Давайте отберем шахты. И
теперь за чуваком погнали. Чувак, я ж эксперт логистики. Ты ж от меня так просто не удерешь. Я ж эксперт. Опять месяц существ Лесного Союза. Я вот эту штуку посещал? Посещал. Иди сюда. Враг разгромлен. Так. Это был побочный герой. Ладно, теперь можно... Давайте теперь отстраивать замок Друидский по максимуму. Ну, а я по порядку тупо пойду. Я даже не буду вникать, что я там строю. За эльфов мы, я думаю, еще поиграем. Вот, а сейчас мы играем за демонов. Демонов, к сожалению, мы отстроили в кеп. Преследовать мазафакеров этих. Так, давайте еще 1000 опыта. Преследовать. А, кстати, когда там у меня уровень? Сколько надо? 60... Да еще 2000, да? Так, отлично. Давайте этих призраков снесем. Нет, теперь я буду драться без потерь. Теперь у меня все четко. Все более-менее, скажем так, да? Так что теперь я буду биться без потерь. Все, файт. У нас есть призывы всякого рода. Так, давайте знак проклятого на вот этих наложим, раз они тут самые быстрые. Кстати, а тут же нет ответного урона, да? Собакам же не отвечают эти. Отлично. Да, и тоже призыв. И вы давайте призыв. Ну ты давай стреляй. О, промах, а там хотя бы 3, нормально. Так где мои все эти? Призванные, блин, чуваки. Так, ну тут собакам не отвечаю. В любом раскладе. А вот этим могут ответить. Ну попади, красава. Я не сомневался. Давай, попади. Да твою мать. Ну ладно, хоть ответку сняли. И то хорошо. Давай ты попади. Есть. Давай теперь ты. Попади. Да твою мать. Хоть так. Давай, да что ж такое, а? Ну давай, ну. Да сколько можно? Ну давай, есть. Хоть ты. Давай. Да сколько можно со всех сторон? Еще сейчас убьют. Не, ну пипец. По этим призракам попасть просто жесть. Вот, так, отлично, прокачали... Как раз 2000 опыта практически. Так, ну эту я не буду. О, драконов. Так а может нам вообще есть смысл эльфийскую армию взять? Ну ладно. Пока построим, а там будет видно. Денюшки нужны. Магический свиток с заклинанием Берсерк. А как мне сюда? А, вон как пройти. О, здорово. А что мне вообще тут сделать-то надо? Перейти границу, захватить все города эльфов. О! Вот это меня устраивает. Да, конечно, блин. Сейчас. Прям я отдал вам, прям берите, не хочу, да? Ага, 5 раз. 90, а сколько у этой собаки жизни? 68. А они далеко вообще бегают, эти рыцари? Ну, так, далековато на самом деле. Да, далековато, далековато. Ну, сейчас мы им забаррикадируем пути. Пути отхода забаррикадируем. Всячески. Так, чувак предлагает обмен, может, что подарить хочет. Сейчас добавлю. Так. Поехали дальше.
пока деф. Ой, а как мне вот это? Во! В такую систему. Так, давай фигач. Эй, почему там с тылу-то это? Ка 2-4 отпор, да, а ну-ка сделай вы. Вот этот уже никуда не пробежит. А вот этот зараза пробегает. 2-4, так, а ну-ка сделай вейт. 4-6, 2-3, 4-6. Это ты по двум можешь грызануть. Ну давай, грызи. Гэч! А ну-ка, 2-3, это ж у меня призванный, да? Да, это призванный, а ну давай. Ого, смертельный удар, блин, кастанул. Так, ну 2-4, блин, поэтому. Потом будет еще вот та пятюня ходить. Пятюня может грызануть. В принципе, я... Я, наверное, сейчас сделаю вот так. Завалю так. А этот чувак, эти 7, блин, бегают по любой клетке. 6 уже. Ой, сейчас мои, короче, подпадут под раздачу лучни. Нет, слава богу, что он на вот это решил. Скотина, смертельный удар, блин. Ну ладно, тут без потерь. Тяжело, они что-то сильно-сильные, блин. Так, 28, давай, беги сюда. Ответный удар, да, так, это призванный. Без. Давайте с этого ответку снимем еще. О, ништяк, двушечка. Ну и последний. Отлично. Отлично, здорово, замечательно. Так, 6700. Адский огонь. Ну вот адский огонь мне как раз не нужен. Давайте постоянную удачу возьмем. Так, продолжим запись. Мы, получается, сейчас завалили этих чуваков. Взяли доспех из чешуи дракона, который добавляет 3 к нападению и увеличивает всех больших существ в армии героя на 5%. Ну, нормально. Сейчас денежки соберем. Так, замечательно. А, вон они, друиды. А как туда к ним пройти? А к ним, видимо, пройти вот по вот этой дорожке. Так, ладно, давайте сад единорогов строить. Кстати, мне бы купить этого эльфийского чувака, а то как-то этот... Как-то стрёмненько. О, чувак прибежал. Слушайте, я, наверное, сейчас пойду туда. Ого, высокая опасность. Твою нафиг. Или подраться с ним. Или оббежать. А тут вокруг и не оббежишь. Мало. Отряд, орда лучников, отряд. Чё, попробуем подраться? Давайте сохранимся, короче. Давайте сохранимся. И попробуем с ним подраться. Автобой посчитал поражение. Ну, давайте посмотрим, что рассчитает. Так, надо вот сюда кидать, чтобы блокать лучника. Ну, мне кажется, тут тот случай, когда лучше мне начинать первым атаковать. О, нормально.
О, нормально. А чё дракона-то не укусил? Ай, дракон сильно бьет. Блин, подставил еще этого. Так, давай по дракону. Давай тоже по дракону. А почему мои не призвались? Ой, твою мать. Ой, мать твою. Проклятие на 70. Так, ну, слушайте, 70. Отступайте в защиту тогда. На вас вся надежда. Эй! Так, 12. А по этим 1-3. Нифига, дракон сильный. О, очканул. Дракон отлетел на место. Там тоже на всякий случай призови этого. Так, давайте знак проклятого кастанем сюда. Отпор, да? Да не, мы тут ничего, ребят, не сделаем. Как бы я ни старался. Но тут не вариант. Так, ну он хотя бы лучниками пошел. Двенашка. Блин, давайте лучника фигачить. О, нормально, 32. Хотя, может быть... Эй, ты чё так по двум как-то шандарахнул? О, кстати, давай взрыв свой. А дракон летает на всю карту, скотина. Все. Не, ребят, тут не вариант, короче, это. Не вариант. Так, ладно. Давайте загрузимся. Загрузим этот самый. Тогда от него убегать надо. Убегать от него надо в замок эльфов, как минимум. Ну и пропускать ход. Надеюсь, он не быстро бегает. Не, он совсем не быстро бегает. Мы бегаем гораздо дальше. А, ну я в таком раскладе могу тогда... А тут нет где-нибудь колодца магического? Я ж могу в таком раскладе скупить армию. Просто всю, да? Если у нас будет армейка, мы как-то посильнее будем выглядеть. Ну и замок этих ему нельзя дать. Просто я чё... А чё у меня нет призыва пути этого... Я думал, у демонов есть призыв. Так что мне пешком? Ладно, тогда мы сделаем так. Мы тут сейчас купим еще себе этого чувака. Как говорится, как в старые добрые. Ты хватаешь армию и бежишь к главному герою, прям вот не оборачиваясь, с армией. Так, замок эльфов сейчас что-нибудь можем построить. Давайте тут им замок построим. Нормально. Так, ладненько, я, пожалуй, на этом тогда этот выпуск и закончу. Большущее вам спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.